середине 80-х годов в селе Загоскино Майнского района силами местного совхоза был построен мост через пруд на реке Гуща. Эта переправа соединила между собой две части самого села. Также по мосту пролегла дорога в соседние села. Соединение, сообщение Белое озеро, родниковые пруды, рыбхоз «Пионер». Это именно здесь проходят трассы, где проходят и маршрутки, и, соответственно, автобусы. Но в последние годы мост серьезно износился. При этом нагрузка на него только возрастает. Через переправу ежедневно ездят десятки легковых автомобилей, автобусы и грузовики. Глядя на состояние моста, местные жители стали бить тревогу, опасаясь, что переправа может разрушиться. Меня прежде всего волнует вот этот мост, потому что по нему ходят школьные автобусы. И возят детей с Белого озера, родниковых прудов. И мост находился, конечно, в плачевном состоянии. Вот здесь вот за мной, конечно, здесь была огромная яма. И наши ученики вынуждены были на уроках приходить сюда и заваливать эту ямку камнями. Полноценный ремонт моста в Загоскино планировалось провести в этом году. Была разработана проектно-сметная документация, подготовлены торги. И если бы все пошло по плану, то уже 1 августа здесь должен был начаться ремонт. Однако торги не состоялись. Подрядчики просто не приняли в них участие. Значит, чем обосновывали подрядчики с поздним выходом объекта на торги? Пакет они сформировали, людей и средств нету, к сожалению. Поэтому, почему поздно расторговали? Потому что выполнялась проектная документация. Еще одна причина отказа участия в торгах – нежелание подрядчиков работать за свои деньги или взятый в кредит. По словам директора департамента автомобильных дорог Сергея Халтобина, планировалось, что средства из областного бюджета, а это более 19 миллионов рублей, будут перечислены им после ремонта. Такая, значит, система у нас существует. Часть мостов мы ремонтируем за счет кредита, в том числе хотели и Загодкинский мост. На все мосты денег не хватает. Мы с губернатором эту тему обсуждали, сами мы предложили губернатору, значит, идти по такому пути. Но, конечно, понятно, что подрядчики любят работать за живые деньги. В планах Минтранса уже в сентябре провести повторные торги, на которых они надеются все-таки определиться с подрядчиком. Если эти планы осуществятся, то ремонт моста начнется на следующий год и закончится к августу 2020-го. Отремонтировать планируют дорожные покрытия, конусы моста, пешеходную часть, восстановить освещение. При этом чиновники успокаивают местных жителей. Угрозы обрушения моста не существует. Пока же готовятся новые торги, силами майнских дорожников был проведен ремонт подъездных путей к мосту. Однако он скорее вызывает грустную улыбку. По словам местных жителей, ремонт шел лишь полчаса. За это время рабочие заделали яму и закрыли проход на пешеходную часть, которая признана аварийной, при этом используя необычные стройматериалы. Все мы привыкли видеть дорожные знаки в качестве указателей возле дорог. Но в селе Загоскино на мосту они используются как ремонтный материал. Это придумали майнские дорожники. Кроме моста, ремонт требуется и на местной дамбе, по которой, как предполагается, пойдет транспорт во время ремонта основной переправы. Построенная также местным совхозом, дамба сейчас не просто износилась, она даже начала разрушаться. Дамбу на реке Гуще в селе Загоскино построили в начале 70-х годов. Пару лет назад у нее упала одна из стен. Сейчас из-под той стены, на которой стою я, вытекает небольшой ручей и тоже грозит ее разрушить. В областном Минприроды об этом положении дел знают, но все осложняется тем, что дамба является бесхозной. Чтобы начать ремонт, необходимо, чтобы муниципалитет обратился в Росреестр и поставил ее на учет. И лишь тогда ее включат в госпрограмму, в рамках которой и запланируют работы. Что же касается ремонта мостов, всего по области насчитывается более 60 переправ, требующих ремонта. Большинство из них, так же как и мост в Загоскине, были построены в советское время местными хозяйствами, не имеют никаких проектных документов, зато имеют изрядный износ. Игорь Улитин, Марат Мехдиев, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.